Всем привет! Продолжаем узнавать о богах Египта. Тот, владыка времени и луны, бог мудрости, письменности и счета. Тот ведал гармонии мира, следил за справедливостью и порядком в нем. Он охранял и спасал луну, возвращая ее на свое место в небе. По одному из мифов, тот был наместником бога Ра, когда Ра спускался в подземный мир. Тот в образе луны занимал его место на небе. Как лунный бог, он был владыкой счета и исчислителем лет, ведал смены времени года и вел летописи. Тот изобрел иероглифы, он был творцом и хранителем магических книг, покровителем писцов, ученых и врачей. Тот и сам обладал способностью исцелять главным образом болезни глаз. Охраняя умершего, тот вел его в загробное царство. Там на суде Осириса он вместе с Анубисом взвешивал сердце умершего на весах истины. Сохранились различные изображения Тота. Иногда его представляли в виде человека с головой ибиса и с табличкой в руках, на которой он записывал деяния людей. Чаще с павианом на голове или же просто в виде павиана с лунным диском. Ну вот так вкратце о боге с именем Тот. Раздел «Боги Египта», книга Буслович, люди, герои, боги. Пока-пока, до свидания.